С начала года в республике зарегистрировано более 350 пожаров, в результате которых погибли 43 человека. Весной, когда повсеместно сухая трава, опасность пожаров увеличивается в разы. И хотя по закону палить ее нельзя, жители все же делают это, абсолютно не думая о том, что огонь легко перекидывается на ближайшее строение. Предварительный материальный ущерб от возгораний составил свыше 8 миллионов рублей. По данным специалистов, каждый четвертый пожар в республике возникает из-за пала сухой травы и мусора. Такие возгорания практически неконтролируемые могут перекинуться не только на лес, но и на населенные пункты. Виновники таких происшествий могут стать фигурантами уголовных дел. Олег Николаев поручил главу муниципалитета взять ситуацию под личный контроль. За прошедшие сутки зарегистрировано 19 техногенных пожаров. Погибших трое, один пострадавший. Напомним, с 25 апреля в республике начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, пользоваться пиротехникой в лесах, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозят повышенные штрафы. Для собственников земельных участков тоже действуют новые требования. Необходимо своевременно убирать мусор и сухостой, а также скашивать траву на своей территории.